неприязнь, сексуальное влечение, страх или дружескую теплоту, нашему носу уже известно, какие чувства мы будем испытывать к людям уже на этапе знакомства. Житель дикого африканского племени по запаху узнает, сколько часов назад по лесной тропинке прошел его друг. Обитатели же мегаполисов часто недооценивают и не доверяют своему обонянию. Но способность воспринимать запахи управляет социальной жизнью каждого, даже если мы не осознаем этого. Почему в 21 веке ученые до сих пор не раскрыли тайны ароматных штрих-кодов? За что Наполеону навязали одеколон? Как стать сверхчеловеком и зарабатывать больше президента с помощью собственного носа? Прислушайтесь, какие запахи окружают вас в данный момент. И неважно, приятные они или нет, наше расследование вас удивит. Если вы не ощутили ничего или собственный нос вводит вас за нос, то после просмотра нашего фильма бегите к врачу. Потеря обоняния часто сопровождает весьма опасные заболевания. Способность воспринимать запахи в мире животных – вопрос выживания. Обоняние человека распознает опасность гораздо раньше, чем мозг. Но мы часто пренебрегаем вдыхаемыми сигналами. Жители мегаполисов со временем перестали различать до 70% запахов. Но, несмотря на это, обоняние продолжает управлять нашей социальной жизнью. Осознаем мы это или нет. Так, например, говоря о своих врагах, мы не забываем упомянуть, что они плохо пахнут. Наиболее интересный пример можно привести. Это пословица «на дух не переношу», потому что мы ее достаточно часто используем и сегодня, она у всех на слуху. Она и возникла как ощущение телесного и физического присутствия человека. То есть человек ощущался по запаху, что отражено в нашем фольклоре. Например, в русских сказках Баба-Яга, когда возвращается к себе в избушку на курьей ножке, она очень часто говорит фу-фу-фу, русским духом пахнет. То есть она по духу может узнать присутствие живого человека. По запаху мы оцениваем сексуальную привлекательность человека, а также можем отличить незнакомца от друга, мужчину от женщины. Люди с хорошо развитым обонянием умеют распознавать страх, радость или половое влечение у собеседника. Гормоны начинают выделяться, половые гормоны. Под их действием в клетках кожи синтезируются и в потовых железах определенные вещества, которые, испаряясь с поверхности кожи, начинают действовать на противоположный пол. Иными словами, каждый человек обладает своим неповторимым аромакодом. Только однояйцевые близнецы из-за одинакового генетического строения пахнут очень похоже. Принято считать, что запах человека происходит от его пота. На самом же деле пот абсолютно не имеет запаха. Характерное амбре появляется после его переработки в жир микроорганизмами на теле человека. А за наш персональный аромакод отвечают мускусные железы, которые есть под мышками, вокруг сосков, на голове, около глаз и в интимных зонах. Кстати, эксперименты, проведенные английским ученым Калмусом, показали, что этот индивидуальный запах не зависит ни от питания, ни от одежды, которую мы носим. Не только один внешний вид может привлечь потенциального партнера. То есть обязательно нужна совокупность – внешний вид и запах. Этот запах, он еле уловим. В то, что других людей мы идентифицируем под диктовку собственного носа, еще в начале работы над фильмом нам самим верилось с трудом. Поэтому мы сразу решили проверить на прочность обоняние жителей большого города. Ведь здесь люди ежедневно выливают на себя тонны парфюмерии и вытравливают собственный запах ароматическими шампунями, гелями и аэрозолями. Сможет ли обоняние нескольких здоровых мужчин под маскировкой тяжелой парфюмерии вычислить ловушку, которую мы для них приготовили? Для того, чтобы наша проверка была действительно объективной, провести ее мы пригласили независимого эксперта – парфюмера Олега Чазова. Обоняние молодых людей мы решили испытать следующим образом. Мы попросили их по запаху вычислить среди нескольких девушек мужчину. Правда, при этом забыли упомянуть о том, что все участники будут замаскированы одним и тем же ароматом духов. Духи для эксперимента также усложнили задачу нашим испытуемым. Их подбором занимался сам Олег.
он остановился на ярком универсальном аромате, который должен был доминировать над запахом кожи. Отдельный интересный фактор этого аромата – то, что на девушках он будет раскрываться более сухими нотами, больше древесными оттенками. А на мужчине он раскроется нотами пряными, с нотами кожи и табака, которого там на самом деле нет. Прежде чем проводить эксперимент, парфюмер Чазов решил сам пройти его, чтобы понять, насколько сложным будет задание для испытуемых. Девушка. Девушка очень мягко раскрылся с нотами меда и цветов. Девушка. Четкая маскулинная нота с теплым деревом, табаком. Мужчина. Девушка. Девушка. Правильно я определил. Мне было несложно определить, потому что я знаю этот аромат, я знаю, как он должен скрываться на коже. Для ребят, я думаю, будет достаточно сложным испытанием. Никто из присутствующих не верил в возможность успешно пройти испытание без нюха и щейки. У нас 5 участников. Среди них один мужчина. Будет здорово, если вы угадаете, какой из наших участников мужчина. Можно я лучше угадаю 4 девушек? Хорошо. Во время эксперимента Олег тщательно следил за тем, чтобы испытуемые не касались участников. А последние не могли голосом дать им хоть одну подсказку. После того, как первый молодой человек подошел ко всем участникам, казалось, что никаких выводов для себя он не сделал. Участник номер один. Какие странные духи. Участник номер два. Так они одинаковые у всех? Разумеется, один тот же аромат, просто надо будет определить, где мужчина. Участник номер 4. Участник номер 5. Угу. Сейчас аккуратненько спускаемся, и у вас будет возможность обдумать. Судить. На самом деле, я... точно бы не смог сказать, кто мужчина. У меня есть предположение, что это... Да, я тоже предполагаю, больше склоняюсь к третьему либо четвертому. Четвертый. Да. Давай тогда на четвертом остановимся. Окей. Почему вы решили, что именно четвертый участник – это мужчина? Это больше на интуитивном каком-то уровне. Да, это больше интуиция. То, что наши испытуемые назвали интуицией, на самом деле и было их обоняние. Ежедневно все мы поступаем с нашим обонянием, как древние люди с огнем. Мы не понимаем, как именно оно работает. И приписываем его заслуги разным потусторонним явлениям – интуиции или шестому чувству. Обоняние является уникальным среди других человеческих чувств. Люди знают, что такое зеленый и красный цвет или низкий и высокий звук. Но запахи не могут быть измерены с помощью линейной шкалы, которой пользуются, чтобы определить длину волн света или частоты звуков. У запахов даже нет собственных названий. Люди описывают их, основываясь на объектах, от которых те исходят. Запах роз или запах печенья – мы интерпретируем запахи другой частью нашего мозга. Обонятельные центры находятся в лимбической системе, которая расположена в нижних отделах мозга и отвечает за наши эмоции. Когда молекула вещества попадает в нос, она через рецепторы носовой полости раздражает обонятельный нерв. Затем сигнал по нему достигает лимбической системы. А там наше обоняние уже принимает решение, нравится нам запах или нет. После этого сигнал доходит до коры больших полушарий или более высоко расположенной части мозга. Тогда уже человек определяет, какой именно запах он ощущает. Другие чувства, например, зрение, сразу транслируются в кору головного мозга и работают наоборот. Сначала мы видим картинку с изображением коровы, дерева или лошади и определяем, что это. А только затем можем сказать, нравится оно нам или нет. Так, по сравнению с тем же зрением или слухом, обоняние быстрее реагирует на опасность и более объективно. Но до сих пор это чувство человека почти не исследовано.
Около 15% людей не распознают тот или иной запах. Таким образом, сложность распознавания запаха еще и в определении того, присутствует он или нет. И в случае, если запах есть, необходимо определить, что это за запах. С середины 20 века ученые старались разгадать детали работы обонятельной системы. Было неясно, как человек распознает и запоминает свыше 30 тысяч запахов, и каким образом каждая ароматная молекула формирует в мозге определенный отпечаток запаха. Лишь в 2004 году подход к изучению обоняния в мире был полностью изменен. На это повлияли сенсационные открытия американцев Линды Бак и Ричарда Акселя в области генетики. Ученые обнаружили семейство генов, которые отвечают за распознавание запаха. Схематично этот процесс выглядит так. В верхней части носовой полости находится обонятельный эпителий. Это ткань размером около 2 см в ширину и 5 в длину. Каждая ее клетка содержит рецепторы ловушки ароматных молекул. Каждая ловушка запрограммирована притягивать определенные свои молекулы. Когда пахучее вещество попадает на рецептор, запускается передача сигнала о запахе в мозг. Причем одна и та же молекула может активировать несколько разных рецепторов одновременно. Разнообразие рецепторов и химических свойств молекул – причина огромного количества сигналов или уникальных штрих-кодов запаха. По ним в следующий раз обоняние человека, подобно сканеру в магазине, считывает информацию о запахе. Самым удивительным в открытии Акселя и Бак было то, что существует так много обонятельных рецепторов. За каждый из них отвечает один единственный ген. И более 3% всех генов организма, а это очень много, занимаются только распознаванием запахов. За небывалый прорыв в изучении обоняния Линда Бак и Ричард Аксель стали лауреатами Нобелевской премии. Их открытие должно было стать новым стартом для дальнейших исследований и открытий. Аксель и Бак описали различные генетические основания влияния на рецепторы, распознающие различные запахи. Это замечательно, и я думаю, это будущее нашей работы. Но мы еще не продвинулись так далеко. Получается, что с момента открытия различных генов рецепторов на самом деле не было перемены в том, как ученые определяют влияние запахов на нос человека. Как именно генетика влияет на наше обоняние? Разгадка этой тайны, к которой так близко подошли в свое время Бак и Аксель, сегодня не дает спокойно спать ученым всего мира. Ведь эволюция решила, что именно с обоняния начнется жизнь каждого из нас. Обонятельная система человека полностью сформирована к 8-му месяцу жизни плода в животе у матери. И уже тогда ребенок начинает ощущать запахи. Ароматные молекулы впитываются тканью носа младенца. При рождении обоняние появляется первым из чувств человека и связывает малыша с внешним миром на первые несколько месяцев жизни. Ведь зрение и слух новорожденных еще очень слабо развиты. Именно по запаху ребенок в это время определяет свою маму. Ее аромат для него самый желанный, потому что указывает на источник утешения и пищи. Через несколько недель жизни обоняние малышей настраивается на папу и бабушек, но именно запах мамы дает ребенку ощущение безопасности. Не случайно врачи рекомендуют молодым родителям по возможности отказаться от парфюмерии. Сильные посторонние ароматы могут испугать ребенка. Смотрите далее. Как запахи из детства влияют на выбор половых партнеров в будущем? И почему мужчины бывают сексуальней чаще, чем женщины? Считается, что в первые месяцы жизни обоняние – это почти единственное чувство, которое сообщает человеку о том, что происходит вокруг, и формирует его поведение в будущем. Мы решили проверить, неужели запахи действительно играют столь важную роль в начале нашей жизни. Ведь в реальном мире вряд ли даже самым заботливым родителям придет в голову налаживать связь с обонянием их чад. Тогда мы обратились в один из столичных детских садов с предложением провести небольшой эксперимент. Возможность поучаствовать в нем очень заинтересовала как воспитанников, так и их родителей. В
качестве ведущего и независимого эксперта мы пригласили Николая Ганайлюка. И мы считаем, что наука – это здорово! Родителям и учителям он скорее знаком под именем профессора Николя, создателя детских научно-популярных шоу. Так, проведем эксперимент! Так, кто тут у нас? Привет! Вы любите экспериментировать? Да. Сегодня мы с вами устроим настоящий эксперимент. Мы завяжем вам глаза и пойдем в другую комнату, где будет сидеть ваша мама по очереди. И ваша задача будет, не трогая руками, только вот так вот принюхиваясь, по запаху постараться определить, где же сидит ваша мама. Ну что, попробуем? Мы заранее договорились с мамами участников не использовать какую-либо парфюмерию даже накануне эксперимента. И они честно выполнили нашу просьбу. Несмотря на то, что юным участникам было не больше 5 лет, у Николая получилось сосредоточить их внимание на нашем задании. Пока кто-то один из детей отправлялся с ведущим в комнату к взрослым, другие терпеливо ждали своей очереди. В общем, тут сидят разные мамы. Ты сейчас попробуй, не трогая, принюхиваться и по запаху определить, где же мама сидит. Так, очень интересно. Ну что, все, нашла? Как-то очень странно. А ты честно не подсматривала? Ну что, первый эксперимент. Хороший результат получился. Посмотрим, что будет дальше. Первый же результат удивил не только родителей, но и самого ведущего. Следующие 2 участников также без доли сомнения указывали на своих мам. Так, аккуратно. Ну что же, идем к маме номер 1. Идем дальше. Да, всех по очереди понюхаем. Или если поймешь, что это твоя мама, можешь сказать, что все, остановиться. Моя. Да, моя. Ура! Участница, которая шла угадывать маму 4-й, очень боялась ошибиться. Ну как? Идем дальше? Конечно, это был очень эмоциональный опыт для детей. Так, у нас одна из девочек, одна из участниц, она очень долго не могла определить, кто же мама по запаху. Но в то же время, с самого начала было видно, что она изначально догадалась, кто это. Ну, может быть, постеснялась. И в итоге она порядка 7 раз проходила вокруг своих родителей, так и не сумев сделать выбор. В то же время, дольше всего она задерживалась именно у своей мамы. Так что, если отбросить в сторону всевозможные стереотипы, по запаху и на инстинктивном уровне нас привлекают именно наши люди. А кто может быть ближе для детей, нежели их мамы? В результате нашего эксперимента 4 из 6 детей правильно определили запах своих мам. А 2 неугадавших малышей нас попросили не показывать в эфире их родители. Они уверены, дети просто переволновались из-за страха, что вместо их собственной мы отдадим им чужую маму. После завершения эксперимента мамы участников тоже решили испытать свои силы. Результаты были почти одинаковыми. Угу. Ну-ка, смотрим. Да! 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 Хотя принято считать, что обоняние взрослого человека гораздо слабее, чем у ребенка. Прокомментировать наш эксперимент мы попросили директора Чикагского нейрологического фонда по изучению обоняния и вкуса. По мере старения ваша обонятельная способность снижается примерно на 1% в год с момента вашего рождения. К 30 годам у вас еще довольно хорошее обоняние. К 65 примерно у половины людей оно снижено. К 80 годам уже 3/4 имеют более слабое обоняние. К тому же женщины имеют очень острое чувство обоняния. Можно сказать, что эта их способность развита лучше остальных. Так, результаты вашей оценки обоняния абсолютно закономерны. А вы помните, как пахнут члены вашей семьи? Оказывается, это очень важный момент не только для ребенка и его родителей. Вырастая, мы начинаем по запаху искать себе подобных. И нас выбирают также. Внутри каждой семьи должен быть свой запах. Когда уже мы вырастаем, мы начинаем чувствовать эти запахи от противоположного партнера.
Часто в поисках потенциального спутника жизни мы отвергаем людей, которые на первый взгляд подходят нам по всем критериям. Через некоторое время мы задаемся вопросом «почему?». Но собственное решение остается большой загадкой даже для нас самих. Оказывается, ключ к ней долгие годы находился у нас под носом, а точнее в носу. Речь идет о так называемом Якобсоновом органе или дополнительном устройстве нашей обонятельной системы. У человека, кроме основной системы обоняния, имеется еще одна, второстепенная. Как и первая, она взаимодействует с той частью мозга, которая отвечает за эмоции. Но ее работа связана в основном с регулированием полового цикла и сексуального поведения. Якобсонов орган представляет собой два небольших пятнышка величиной 1-2 мм. Они находятся по обе стороны носовой перегородки, ближе к кончику носа. Якобсонов орган был впервые обнаружен у человека в 1703 году хирургом Фредериком Рюйшем. А свое название унаследовал от другого хирурга, Людвига Якобсона, который в 19 веке описал этот орган у многих видов животных. Попадая именно на рецептор этого органа, химический реагент, феромон, да, можем так сказать, вызывает цепь реакций. Ему необходимо всосаться в слизистую и дальше уже транспортироваться по нервам этого органа в лимбическую систему. Под феромонами ученые и врачи имеют в виду не то же самое, что реклама сомнительных духов. В это понятие они объединяют сигнальные химические вещества, которые вырабатываются в организме человека после полового созревания. Их молекулы испаряются на поверхности кожи человека и привлекают потенциальных сексуальных партнеров. У женщин выработка феромонов зависит от различных периодов цикла. Период овуляции – это же буквально-таки один момент. Со стенок влагалища в этот момент испаряется феромон, который называется капулин. Капулин, а также некоторые другие феромоны, которые выделяют женское тело в период овуляции, приводят в восторг противоположный пол, а также могут вызвать небольшую агрессию у других женщин. Налицо еще один необычный факт про наше обоняние. По запаху мужчины могут определить периоды зачатия у женщин, а последние в период овуляции чувствуют повышенное внимание мужчин. Кстати, периоды, когда женщина особо приятно пахнет, может оценить только здоровый мужчина. У мужчины нет цикличности выработки половых гормонов. То есть нет перебоев. Если нет стрессов, нормальное питание, хороший сон. Получается, что интимный запах помогает мужчине всегда быть сексуально привлекательным, а женщине лишь несколько дней в месяц. Мы решили выяснить, возможно ли исправить такую генетическую несправедливость. И замахнулись для начала на секрет Жозефины. Ведь она была самой желанной дамой в истории. А разговоры о ее природном запахе не прекращаются по сей день. Выступаю в поход. Рассчитываю недель через 8-10 прибыть во Францию. Прекращай мыться, писал Наполеон Жозефине. До сих пор многие гадают, в чем же была тайна несвежести Жозефины. Некоторые склоняются ко мнению, что император Франции знал толк в феромонах, а потому его притягивал как бы утрированный запах его женщин. Другим ближе версия, что Бонапарт таким образом пытался скрыть свой собственный запах, так как, по некоторым историческим сведениям, и сам мылся всего два раза в жизни. Какая из этих версий верна? И чем пахла Жозефина на самом деле? Мы выяснили это в замке Мальмезон, который считают любовным гнездышком знаменитой пары. Этого письма, в котором Наполеон просит Жозефину не мыться, никогда не существовало. Оно было выдумано. Но оно довольно-таки известно, мы не раз встречали его у разных писателей. Но это интересно. Подобные выдумки не были совсем беспочвены. Поводом для них послужила повышенная чувствительность Наполеона к запахам. Говорили, что ему было достаточно почувствовать запах земли своей родной Корсики, и он тут же ее узнавал. Он сам мылся и душился одеколоном каждый день, чтобы хорошо пахнуть. И правда в этом. Необыкновенное обоняние Наполеона сыграло с ним еще одну историческую шутку. Ему приписали создание одеколона.
Наполеон не изобретал туалетной воды, и одеколон, которым он пользовался, появился задолго до него. Создание одеколона Бонапарту приписали благодаря одному интересному факту из его жизни. Когда Наполеона сослали на остров Святой Елены, где он не имел возможности пользоваться европейской туалетной водой и одеколоном, он с помощью своего камердинера пытается восстановить состав одеколона. В итоге его камердинеру это удается. У Наполеона появляется возможность вновь использовать одеколон, который им на самом деле не является. Получается, Наполеон не заставлял свою супругу не мыться. Но это еще не значит, что у нее не было своего секретного аромата. Так, в воспоминаниях современников о Жозефине очень часто фигурирует слово «шарм». Возможно, в высшем обществе того времени за этим завуалированным термином и скрывался запах. Даже на закате своей жизни в 1814 году, когда она принимает у себя здесь, в Мальмезоне, русского царя Александра I, царь отметит, что Жозефина покорила его своей мягкостью, манерами и шармом. Директор поместья Мальмезон заверил нас, что шарм Жозефины, о котором твердили ее поклонники, никак не мог оказаться немытостью или дурным запахом. Когда одна из главных гипотез провалилась, а вероятность так и не узнать разгадку секрета Жозефины стала очевидна, у нас вдруг появилась зацепка. В чем на самом деле заключался секрет Жозефины? И какие ароматы по вкусу современным мужчинам? Ответы через пару минут. Вопрос, чем же пахла Жозефина на самом деле, занимал человечество сотни лет. Узнать ответ на него нам помогла информация о распорядке дня императрицы. Жозефина была весьма утонченной натурой, которая ежедневно продумывала свой образ до мелочей. Каждый день после завершения своего туалета она пользовалась услугами личного парфюмера. Кроме того, за отдельную плату ей доставляли розовую воду из города Грасс на юге Франции. Так может, личный парфюмер и был тем самым секретом возлюбленной Наполеона? Для того, чтобы проверить свою догадку, мы отправились в тот самый Грасс, родину изысканных французских духов. Именно там лучшие парфюмеры того времени и трудились над ароматами для Жозефины и других великосветских особ. Свой собственный запах возможно создать. Конечно, это под силу только профессионалу. При этом он должен будет учитывать характер человека, его пристрастия к запахам и в еде. Но главное – уловить эмоциональный портрет человека. Потому что в создание аромата входит много эмоций. И главная задача парфюмера – перевести эти эмоции в формулу духов. Конечно, вряд ли Жозефина воссоздавала запах бабушки Наполеона. А вот парфюм, напоминающий его маму или любимую Корсику, вполне могла заказать и использовать. Оказывается, при создании ароматов парфюмеры обязательно учитывают влияние их компонентов на мозг человека. Молекулы духов посылают сообщения в две части мозга. Та часть, которая отвечает за эмоции, сразу определяет, нравится ли нам аромат и какие воспоминания он вызывает. Вторая будет анализировать, свежий запах или пикантный, кислый или сладкий. Так, одни ароматные композиции могут вызвать у разных людей бурю эмоций, воспоминания, а другие даже влиять на физическое состояние человека. Например, аромат жасмина повышает работоспособность, лаванда расслабляет, а комбинация лакрицы и огурца повышает сексуальное возбуждение у женщин. Пряные и цветочные ароматы на дамах заставляют сильный пол воспринимать их вес примерно на 5 килограммов меньше. А любительницы запаха розового грейпфрута выглядят в глазах мужчин моложе примерно на 6 лет. При помощи запахов можно даже помочь людям с определенными заболеваниями, например, такими как болезнь Альцгеймера. Обоняние может помочь им вспомнить какие-то моменты, вновь пережить их и, наконец, понять, что с ними происходит. И некоторые врачи сотрудничают с парфюмерами, чтобы помогать таким людям. Кроме медицинских учреждений, за помощью в составлении запахов часто обращаются и органы безопасности. Как раз сегодня у нас есть такой забавный запрос.
создать запахи некоторых запрещенных веществ, чтобы с их помощью натаскивать собак. Тогда нам сначала нужно отправиться туда, где легально можно понюхать, скажем, марихуану в США или Амстердам. Затем в лаборатории мы воссоздаем такой же запах, как у марихуаны, а собаки смогут указать на человека с таким же запахом, например, в аэропорту. О том, как управлять обонянием людей с помощью ароматов, Кристоф Ладамиэль знает абсолютно все. Ведь он обладатель не вполне обычной специальности – нос. Всего в мире проживает порядка 400 носов, а в России сегодня нет ни одного известного представителя этой профессии. Мы как музыканты, у нас тоже есть разные ноты. Только ноты для нас – это разные запахи. Рабочее место носа и правда напоминает музыкальный инструмент – орган. Только вместо клавиш и трубок на нем могут размещаться до 3000 склянок с разными ароматами. Именно столько запахов запоминает и может распознавать профессиональное обоняние. Хоть ароматные ноты, так же как и музыкальные, могут сильно отличаться по звучанию. Если мы возьмем ваниль, то в зависимости от окружающих ее парфюмерных составляющих, она будет чувствоваться по-разному. Представьте, что вы играете на пианино и нажимаете ноту «до». Иногда она будет звучать как «до», но ведь она может звучать и как «ми». Иными словами, нос – это все же не музыкант, а парфюмер на профессиональном жаргоне. Обладать такой профессией в мире очень престижно, ведь знаменитые носы часто зарабатывают больше, чем главы ведущих государств. Учебный год в Международной парижской школе парфюмерии, косметики и ароматических веществ начинается в сентябре. Именно здесь обучались создатели легендарных брендов духов. Будущие носы стекаются сюда с разных концов мира. Мы принимаем на наши занятия иностранных студентов, но они должны как минимум говорить по-французски, это очень важно. Еще нужно иметь уровень образования, эквивалентный уровню, получаемому во Франции. 2 года обучения на химическом факультете в высшем учебном заведении. За парту здесь может сесть человек любого возраста. Способностью улавливать запах на большом расстоянии обладать вовсе не нужно. А вот что не должно вызывать сомнений приемной комиссии, так это физическое здоровье будущего носа. 80% занятий в школе практические, а вне уроков студенты не расстаются со своими тренировочными чемоданчиками, в которых хранится 300 пузырьков эфирных масел для постоянной тренировки обоняния. Необходимо постоянно слушать запахи на улице и во время каникул, пробовать блюда, еду. Они тоже обладают запахом. Все более модными становятся гастрономические ароматы. Например, шоколада или кокосового ореха. Если несколько лет назад первенство занимали цветочные и древесные запахи, то сейчас мы все больше склоняемся к ароматам из области продуктов питания. В последние годы в мире буквально запахло жареным. В моду ворвались духи с ароматами курицы-гриль, бекона, жареной картошки, вулканов и сжженной резины. Так, например, в 2010 году исландский дизайнер Сигрун Лиля Гудьонсдоттер создала духи на основе талой воды с вулканических склонов. Еще одним ароматным хитом этого сезона стали духи с ароматом бекона. Их создатель Джон Лайден считает, что все любят бекон, а значит и того, кто будет источать его запах. Успех аромата привел к созданию целой беконной серии. Бекон с шоколадом, бекон с джемом и так далее. Ну а топ самых горячих парфюмерных новинок возглавили духи от Леди Гага с нотами крови и спермы. В свет они вышли в прошлом году и сразу стали бестселлером. Главная целевая аудитория новомодных духов – девушки. Поэтому мы решили проверить, придутся ли по вкусу сильному полу такие, мягко говоря, неожиданные ароматы на дамах. Вместо обычного тестирования ароматов мы решили провести эксперимент. Какой запах поможет девушкам обратить на себя внимание нашего героя и пойти с ним в кино? Молодого человека для будущего киносвидания мы выбирали очень тщательно. Участниц для свидания с нашим главным героем мы выбирали почти беспристрастно. Участница под номером 1 – Мария, 22 года, актриса. Участница номер 2 – Екатерина, 25 лет, спортсменка-фигуристка. И третья участница – Инга, повар, 26 лет. Но кто они и чем занимаются, в предстоящем соревновании было неважно. На помощь девушкам могла прийти только удача, а точнее ароматы, которые мы им определили.
Больше всех не повезло участнице номер два. Ей пришлось почти час провести на беговой дорожке и столько же прозаниматься в тренажерном зале, чтобы вспотеть. Участнице номер три пришлось надеть прекрасное ароматное платье с запахом курицы-гриль. Участнице под номером один достался классический цветочный аромат популярного бренда. И она просто дожидалась предстоящей встречи с нашим героем. О том, чем конкретно будут пахнуть участницы эксперимента, Сергея мы не предупреждали. Он был уверен, что с помощью обоняния пытается определить, с какой из девушек будет комфортнее себя чувствовать в кино. Но когда молодой человек подошел уже ко второй участнице, стало заметно, что он немного смущен. На третью девушку герой отреагировал нейтрально и быстро вернулся на место. С нетерпением все ждали реакции Сергея. Было ясно, что никакого подвоха он не заметил и к выбору относится очень серьезно. Скорее всего, первый вылет будет номер три, потому что я не смог для себя до конца определить природу этого запаха. Достаточно непривычный для ощущения на девушке. Самое, наверное, такое основное, что я почувствовал, это какой-то вот органический характер этого запаха. Я не могу сказать, что он мне неприятен, но он не настраивает на ароматический лад. Поэтому номер три вылетает. Привет, меня зовут Инга. Ты меня не выбрал. Ну да. Ладно, пока. Аппетитно, но вряд ли. Теперь, когда Сергей понял, что задание было с подвохом, мы ждали, что же он решит дальше. Вторым номером вылетает как раз номер два. Девушка под номером два, потому что, несмотря на какие-то намеки на женственность и приятные ароматы в целом, весь этот флер перебивается каким-то мощным, терпким и резким запахом, который перечеркивает изначальное приятное впечатление. Поэтому, мне кажется, номер два вылетает. Привет. Оу. Меня зовут Катя. Понятно, да, резкий запах. Как жаль. Всем присутствующим показалось, что девушка понравилась нашему герою. Но сегодня ей не повезло с ароматом. Убираю я девушку, оставшуюся номер один, потому что у нее, или, скажем, на ней, я почувствовал приятные цветочные ароматы. Мне показалось, то ли это была орхидея, то ли какой-то еще какой-то похожий аромат. Это скорее укладывается у меня в голове, как приятный запах девушки, особенно перед свиданием. Привет, я Маша. Ну что, идем в кино? Ну да. Перед походом в кино Сергей не стал делиться с нами впечатлениями от свидания вслепую. Зато Маша была вполне довольна доставшимся ей ароматом. Прежде чем выкладывать крупные суммы за необычные парфюмерные новинки, вспомните о том, кого именно вы хотите ими удивить. Оказывается, покупателей можно гипнотизировать с помощью ароматов. Мы сами попробуем сделать это. Смотрите далее. Сегодня производители парфюмерии далеко не единственные, кто извлекает выгоду из нашей любви к ароматам вкусной еды. Аромамаркетинг или продвижение товаров и услуг через обоняние покупателей с недавнего времени становится все более востребован в России. По статистике, еще в 2000 году количество показов, необходимых, чтобы мы запомнили рекламное сообщение, равнялось 40, а в 2010 уже 412. Сегодня рекламе больше не нужно гнаться за количеством. Ей достаточно лишь стать ароматной. Мы решили прогуляться по столице в поисках самых оригинальных ароматных уловок. Наш спутник, известный маркетолог Николас Коро, знаком с ними не понаслышке. Создавать их – его работа. А его клиентам, крупнейшим игрокам российского бизнеса, пришелся по вкусу запах денег, который приносит аромамаркетинг. Кто сказал, что деньги не пахнут? Кто сказал, что деньги не пахнут, как
когда мы платим. Платим за ощущение денег. Вторым по популярности запахом после аромата вкусной пищи у производителей товаров и услуг оказался запах роскоши. Это как раз то, что создает ощущение комфорта. Даже в очень маленькой по размеру машине с очень большой по размеру ценой. Производители дорогих автомобилей раньше остальных пришли к идее, что внутри салона должен присутствовать свой особый запах. Формулы этих ароматов хранятся в строгом секрете. А любой опытный автолюбитель с закрытыми глазами может определить, в машину какой марки он сел. Поэтому в Европе члены одной семьи приобретают, как правило, машины одного автомобильного бренда. Ведь его запах они помнят с детства. Внутри салона вы нигде не найдете в автомобиле некого спрятанного саше с запахом. И найти этот объект – это фактически улика для того, чтобы пойти в суд. Пропитать автомобиль запахом – это не так сложно с технологической точки зрения. Но в то же время, ведь до машины еще человек должен дойти. Вдруг Николас попросил дать ему пару минут. Пока мы ждали, он ходил между машинами автосалона и что-то искал. Да, действительно. У вас никогда не будет второго шанса на первое впечатление, особенно если вы продавец дорогих автомобилей. Особенно, если средняя стоимость автомобиля приравнивается к средней стоимости двухкомнатной квартиры в Москве. Запах – это первое, что наваливается на потенциального покупателя. Запах – это то, что создает ощущение и впечатление «релакс». Все отлично, все хорошо, все то, как ты любишь. Но это не спонтанное ощущение. Маленькая белая коробочка, которая обычно располагается у входа, распространяет именно нужный вам запах. Оказывается, белое пластиковое устройство над входом в автосалон установлено, чтобы заменять естественные запахи бензина и резины в помещении ароматами дорогой кожи вместе с тем самым секретным флером марки. Но не только кафе и автосалоны сегодня используют искусственные запахи. Свой ароматный образ создают многие крупные компании, торговые и развлекательные центры. Они могут пахнуть праздником, ароматами из детства или даже домом. Теперь в любом другом месте их клиентам будет уже менее комфортно совершать покупки и отдыхать. Чтобы посмотреть, как это работает, мы отправились в кино. Каждый кинотеатр стремится создать атмосферу именно своей точки. Место, где вам комфортно и хорошо. И в данном случае мы чувствуем не столько запах попкорна, сколько запах морского бриза. Вы думаете, действительно так пахнет вода? Нет, московская вода пахнет вовсе не морским бризом. Этот удивительный по консистенции запах создается искусственно для того, чтобы вы запомнили. Ощущение свежести есть только в этом кинотеатре. А в зале кинотеатра нас и вовсе ожидал сюрприз. Мы раскроем один секрет из самых именитых блокбастеров последнего времени – «Властелин колец». Нам действительно было непередаваемо неуютно, страшно, почти животный страх и почти животное неприятие, отторжение происходило с нами, когда на экране появлялись орки. Все дело в том, что помимо талантливого мейкапа на актерах, именно в этот момент в зал подпускался запах омерзительного сероводорода. И нам действительно казалось, что создания из преисподней нападают на нас. Это уже 4D влияние на покупателя, на зрителя. Под впечатлением от масштаба ароматизации столицы мы разыскали поставщика искусственных запахов крупнейшим российским компаниям. Чем мы дышим в общественных местах? И как на нас влияют аромамаркетинговые установки? На все эти вопросы ему предстояло ответить. На встречу с нами Руслан Юлдашев приехал с необычным чемоданом. Специалисту по аромамаркетингу на переговорах с клиентами без него не обойтись. В таких вот разного цвета пробирочках содержатся запахи банков, магазинов, кафе, аэропортов, вокзалов, парков развлечений. Для того, чтобы, к примеру, ароматизировать большие пространства, используется так называемая технология наноароматизации. Нано – это в данном случае характеристика всего лишь размера. То есть частица аромата существенно меньше, чем 1 микрон. И поэтому
Когда мы говорим о безопасности, эти частицы не могут скопиться в той концентрации, которая превышает порог, за которым вещества становятся вредны для человека. Для аэропортов, например, может быть использована вот такая вот большая установка, которая монтирует систему вентиляции, и мы получаем ароматизированное помещение мельчайшими частицами аромата через вентиляционный корпус. После 2 секунд работы такого прибора в небольшом кабинете съемочной группе пришлось буквально выбежать из него и ждать, пока в комнате проветрится. Ведь эти небольшие коробочки рассчитаны для работы в огромных помещениях и на открытых пространствах. Именно они создают запах колы и свежескошенной травы на футбольных стадионах, атмосферу сказки в Диснейленде или, например, запах отпуска в аэропорту Сочи. Кроме этого, технология аромоустановки умеет нейтрализовывать с помощью специальных агентов неприятные запахи. Аромат же не бывает нейтральный. Он либо приятный, либо неприятный. И мы можем как привлечь внимание, так и сделать наоборот. В Америке даже ароматизируют штрафные квитанции для того, чтобы их быстрее оплачивали, а не носили с собой. Ароматизируют, само собой, запахом, который крайне неприятен нам. Сегодня аромамаркетинг в России – это не только синтезированные запахи. Если при магазине продуктов работает пекарня, где целый день пекут хлеб, то вытяжку проводят именно в то место, которое нужно ароматизировать. Мы составили карту запахов разных мест столицы под воздействием аромамаркетинга. Так, недорогие кафе используют пищевые запахи и нейтрализуют неприятные, а дорогие рестораны чаще прибегают к интерьерным ароматам, например, дерева или кожи. С их помощью посетителям легче оплачивать баснословные счета за ужин. Сетевые фастфуды разрабатывают собственные специфические запахи, чтобы вызывать привыкание к своему бренду. Ювелирные и дорогие автомобильные салоны предпочитают терпкие ароматы роскоши, такие как запахи пачули или инжира. А все учреждения Минздрава пользуются ароматами яблока или огурца, которые, как правило, снижают уровень тревожности. Неужели аромамаркетинг действительно имеет такое очевидное воздействие на людей? Особенно, когда им приходится расставаться с собственными деньгами. Мы проверим это на ваших глазах. А за ходом нашего рискованного эксперимента будет наблюдать уже знакомый вам Николас Коро. В крупном хозяйственном магазине, примерно за час до закрытия, мы поставили несколько ящиков со свежими бананами. Наблюдать за ними мы оставили несколько видеокамер. А Николас расположился в кабинете администрации магазина, где мог видеть происходящее в зале онлайн. А стали бы вы покупать бананы в хозяйственном? А если бы в другом конце зала вы вдруг почувствовали очень вкусный запах бананов, захотели есть и вдруг увидели то, о чем мечтали? Для того, чтобы возбудить у покупателей желание подойти к нашим коробкам, мы распространили запах пищевого бананового ароматизатора в ближайших отделах магазина и стали ждать. Пока мы не видим, что кто-либо еще подошел, но я готов заключить пари. Первый на запах отреагируют женщины, дети и лишь потом мужчины. Вива! Конечно же, женщина с ребенком. Через 5 минут к коробке с бананами и правда подошла мама с ребенком. Только сначала она обратилась на ближайшую кассу с вопросом о цене бананов. Кассиров мы заранее предупредили на вопросы про бананы сообщать, что проводится акция, и любители бананов получали экспериментальные образцы в подарок. За первые полчаса бананами заинтересовались еще несколько человек, но подойти к ним многие просто не решались. Тогда в ход эксперимента вмешался сам маркетолог. Если бы мы повесили табличку, даже цену не надо писать, просто слово «акция», это было бы толчком. Подходи, бери и спрашивай. После того, как мы последовали совету Николаса, коробки с бананами очень быстро опустили. Хоть людей в магазине перед закрытием оставалось совсем немного. Мы решили узнать у самих посетителей, зачем им понадобились бананы в хозяйственном. Никогда я не видел, чтобы в хозяйственном бананы были. Запах почувствовали. Перед входом запах почувствовали, поэтому спросили, сколько стоит у вас бананы. Приятные или омерзительные, настоящие или искусственные. Тысячи запахов, которые мы ежедневно встречаем на улицах, в транспорте и общественных местах города, оказывают влияние на нервную деятельность, настроение и на организм человека в целом. Вот у снайперов существует такое понятие «сбитие прицела». Вот когда слишком много целей, не знает снайпер, куда попадать. То же самое происходит и с человеческим носом, и с собачьим, кстати, и с кошачьим, с любым носом чутьистым. Происходит одно и то же.
И когда мы видим какофонию запахов, она воспринимается, эта какофония, как единое целое, как признак того или иного скопления, например, людей или машин. Врачи считают, что жители больших городов привыкли к смешению запахов, а когда их количество вокруг зашкаливает, наше обоняние просто подавляет лишнюю информацию. Но когда нос человека вообще перестает что-либо ощущать, это повод насторожиться. Если идет снижение или выпадение обонятельной функции, то есть человек перестает ощущать запахи, либо плохо их воспринимает, то это проблема либо рецептора, либо проблема на грани вот лор-патологии и полости черепа. Если уже у пациента есть обонятельные галлюцинации, то есть запаха нет, а человек что-то чувствует. Это запах паленой резины, запах какой-то тухлых яиц. И связано это уже тоже с повреждением коры головного мозга. Иными словами, потеря обоняния без видимых на то причин, простуды или травмы головы, а также ощущение посторонних запахов могут быть последствием опухолей головного мозга и других тяжелых заболеваний. Вы легко можете проверить свое обоняние самостоятельно в домашних условиях. Сначала сравните ароматы двух или трех флаконов с духами. И просто обратите внимание на то, почувствовали ли вы разницу между ними. Почувствовали? Нет причин волноваться. Если же нет, продолжим проверку. Сравните тот же аромат духов с запахом жидкости для снятия лака или, например, средством для чистки унитаза. Отсутствие разницы между запахами хоть в одном из тестов – это повод выключить телевизор и отправляться к врачу. А у обладателей полноценного обоняния скоро появится возможность пересмотреть наш фильм с ароматными спецэффектами. Ведь всего через 5 лет в свет выйдут мониторы с датчиками запаха, обещает один из мировых гигантов-производителей электронных девайсов. А японские разработчики уже научили мобильные телефоны передавать ароматы по СМС. Они выпустили приложение с опцией передачи запахов на расстоянии для популярного вида смартфонов. В комплекте с ним к телефону подключается миниатюрное устройство с резервуаром разных запахов. При активации устройства во время общения или игр емкость генерирует ароматы любой сложности. В древние времена обоняние было одним из главных средств коммуникации человека. Похоже, в новом веке мы вновь придем к этому.